будет представлен вашему вниманию автомобиль очень редкий, автомобиль очень новый. Это, так скажем, автомобиль не ежедневной эксплуатации, автомобиль реально выходного дня. Автомобиль, ну, действительно вызывает эмоции как внутри, так и снаружи. Ну, а мы всего лишь скажем, что мы реализовали подключение к данному автомобилю в том числе. Теперь вы можете наслаждаться не только автомобилем, но и его самыми последними возможностями. Это Камаро. Уху, друзья, это реальный космолет, новая Камаро, здесь все очень-очень достойно, прям не отличишь от предыдущей версии. Ну, соответственно, продолжим рассказ о работе штатной системы, немного о ней расскажем, о работе системы AirTouch Performance и, соответственно, начнем. Ну, как вы на экранах уже видите, это абсолютно новый оригинальный монитор. Здесь система называется не Kui, она немного по-другому называется и работает. Это MyLink. Это, так скажем, обновленная система от GM, и вот так она прорисована сейчас. Соответственно, здесь уже установлена наш флагман, наш паровоз, так скажем. Это Android-система AirTouch Performance, и работает это также абсолютно штатно. Переключение происходит кнопочкой домик и привычный юзер интерфейс у вас на экранах. Соответственно, посмотрим, что здесь у нас установлено. Ну и вот мы видим на оригинальном мониторе Камаро Яндекс Навигатор последней версии и посмотрим, как это работает. Слушай, Яндекс, площадь восстания, поехали! Яндекс у нас нашел очень много предложений по площади восстания. Не будем на это отвлекаться и построим маршрут. Маршрут построен. Соответственно, таким образом все это у нас функционирует. Очень быстрый отзывчивый тачскрин. Здесь немножко другая технология используется в сравнении с оригинальными системами Kui. Поэтому немножко все по-другому ощущается. Вот здесь находятся все приложения, которые вы можете закачивать в систему. В системе находится 40 гигабайт памяти. Плюс вы можете дополнительно установить еще 1 терабайт памяти. Поэтому в вашем планшетном компьютере может быть сосредоточена масса информации, которая вам необходима. Все иконки программируемые. Сейчас покажем, как это делается. Соответственно, у нас музыка привязалась в нижнюю панель. Здесь тоже все, соответственно, настраиваемо. Можем привязать любой логотип и, соответственно, пользоваться так, как вам это удобнее. Также реализовали подключение штатной картинки. Сейчас мы работаем с климатом, и штатная информация подкидывается поверх Андроида. Вот. Также есть Google помощник в виде голосового поиска. И здесь можно после того, как настроить свой аккаунт, войти в него, пользоваться сервисами ОК Google. Напомню, что в системе у нас сосредоточен 5-й Android. Вот здесь у нас подкидываются все запущенные приложения и прочая информация. Здесь настройки. Соответственно, Wi-Fi, Bluetooth, экран. Можно привязать другой аккаунт, либо настроить еще какие-то необходимые для вас настройки. Вот так, друзья. Было непросто, но у нас получилось реализовать к этому новому автомобилю возможность подключения внештатных девайсов. В данном случае мы демонстрируем вам работу системы AirTouch Performance в новейшей системе MyLink на примере новой Camaro. Всем большое спасибо. Не забывайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. На все ваши вопросы и комментарии мы детально и оперативно ответим вам. Всем спасибо.